устное прослушивание 6-го всероссийского конкурса исполнителей народных инструментов «Русская палитра». Номинация «Баян». Старшая возрастная группа 14-16 лет. Представление жюри. Председатель жюри, заслуженный артист России, профессор Российской академии музыки имени Гнесина Сидоров Юрий Александрович. Члены жюри. Профессор Рамонда Гнесина, лауреат всероссийских и международных конкурсов Унин Виталий Николаевич. Руководитель Центра профессионального мастерства баяна «Регион» города Москвы, лауреат всероссийских и международных конкурсов, заведующий отделением народных инструментов детской музыкальной школы имени Дунаевского Румянцев Александр Анатольевич.